Тел. Страшно все. Начинает ожидание, прям мандраж уже сейчас начинается. Сердце стучится, что-то это. Началось тревога какая-то. Ребят, какой план? Как будете двигаться? Ребят, давайте потолкаем. Да, да, главное не торопиться. А что те стоят, молчат? Только овцы послушают. Самое сложное испытание — быть с ними в одной комнате и слышать их пустой трёп. Своим соперником я считаю Вову Братишкина.